Ну что, друзья, разведали пару мест, ничего не нашли. Приехали здесь на поле, и видно на дороге керамика. Решили походить, и у нас здесь первый сигнал, друзья. Пока я снимал, монета уже где-то, вот она, обсохла уже. Вот это да, масонская двушка. Двушка масонская. Блин, земля, смотрите, какая рассыпчатая монета. Как будто из-под штемпеля. Оба, 38-й год, 2 копейки. Сейчас я вам покажу ее поподробнее. На улице неимоверная жара стоит. Помыл монету. Это 2 копейки, 1838 год. Так называемая масонская монета. Крылья вниз. 1838 год. Приятный сохран здесь. Земля. Земля чистая. Без всяких, наверное, нитратов и так далее. Ну вот, зачетная монетка. Ладно, продолжаем. Поле большое, не знаю здесь, что у нас тут получится найти. Но сигналы есть. Рекомендую проверенный интернет-магазин «Антиквар 32». Магазин на рынке более 10 лет и является одним из крупнейших магазинов поисковой техники в России и СНГ. Магазин с огромным выбором поисковой техники, начиная от детских, заканчивая профессиональными металлоискателями. Товары известных брендов по выгодно низкой цене – Garrett, AK, XP, Fisher и многие другие. Интернет-магазин предоставляет широкий спектр катушек, запчастей, аксессуаров для поисковой техники любого производителя. Кроме того, в магазине действует система Trade-In. У вас есть возможность обменять свой старый металлоискатель на новый. А при заказе введите промокод «Поиск монеты кладов» и получите гарантированную скидку или подарок. Если ты хочешь приобрести качественный, проверенный металлоискатель, то тебе в магазин «Антиквар 32», и ни один клад от тебя не ускользнет. Ну что, товарищи, давайте посмотрим. Да, это рубль. Это рубль, ё-моё. Это рубль. Это рубль. Это рубль. Так, где вода-то у меня есть? Сейчас я водой помою. Помыл я монету, друзья, да, это рубль. Рубль 1797 год. Это рублик, товарищи, рублик АГ. Очередная находка. Хожу вдоль фундамента. Находки есть положительные, но в основном оплавыши. Может быть, дом даже сгорел. И вот тут у нас в разломе виднеется кругляшек. Вот он. Вот он, кругляшек, друзья. Вот здесь фундамент. И чуть дальше фундамент еще.
вот между ними как раз идут находки. Много оплавышей, медных, и железа кровельного много. Скорее всего, там дом был. Ну а чуть дальше как раз таки обрыв, где стояла мельница, и там он. Сейчас я покажу монетку, помою и покажу. Сибирская монета, деньга, в частности, 1775 год, Екатерина II. Значит, это место раньше было образовано, раз у нас такие ранние находочки-то есть. Сокол летает. Ну вот, зачет. Екатерина хотя бы присутствует. Берем, продолжаем дальше. Сейчас пойду туда, где обрыв идет. Похожу там, за вот этими кустами. Вернулся на то место, где вот здесь полтинники были подняты. Вот это место, где я шурфил. Оставшиеся комки тут разбить надо, чтобы ничего не видно было. Но у нас, друзья, снова монетка выпала. Серебро. Серебро, друзья. О, 15-ик. 15-ик, 25-й год. Пятый год. Примерно, значит, эти монеты были потеряны в это время. Так, сейчас я покажу вам поподробнее, друзья. Здесь, кстати, сигналы еще есть, но они такие более железные. Походим, не знаю, посмотрим. Металлоискатель звенит, звенит. И иногда вот такие вот находочки выскакивают. Небо затянуло резко тучами, друзья. Немного ветер дует. Надеюсь, не будет мешать в кадре. Ну и у меня тут первый сигнал, товарищи. Комбайны уже уехали. Сигнал 21:44. Сейчас будем копать, товарищи. Так. Копать сейчас будем. Полетал на квадрокоптере. Кому интересно, посмотрите. Так, выкопал где-то, друзья. Где-то здесь. Так. А вот монета выпала. Пятачок советский. Да, пятак. 26-й год. Сейчас я помою, покажу его. Дошел как раз, друзья, до обрыва. Вот здесь начинается уже река, туда ниже. Все здесь заросло уже, естественно. Место, друзья, очень такое специфичное, с особой энергетикой. И у нас, друзья, сигнальчик. Так, где-то здесь. А вот, вот она, монета снова. Сигнал был 1:40. Стабильный. Сейчас помоем, посмотрим, что за кокалик. Помыл монетку. 1911 год оказался. Хороший ровный зеленый сохранчик. Обязательно наполнит коллекцию. Пополнит ее, точнее. Так, друзья, очень интересное место.
набрел как раз таки вот где фундаменты здесь были. Тут хожу. Уже закругляться надо. Уже совсем вечереет. А еще далеко ехать. Ну что, друзья, вот и подошел к концу наш очередной поиск монет и кладов. Все находки вы, друзья, видели. Обязательно оцениваем их лайком. Полетал на квадрокоптере здесь, показал вам красоты. Тоже, я думаю, это стоит оценить, потому что, блин, ну нереальные виды просто у нас здесь. Красота неописуемая. Приехал, еще жара стояла, а сейчас, блин, начался дождь и ветрище дует. Я он весь промок, придется сейчас уезжать отсюда домой. Обязательно оцениваем находочки, друзья, лайком и комментарием. Не забываем подписываться, чтобы не пропустить. Всем удачи, друзья. Всем до новых встреч на канале «Поиск монет и кладов».